мы должны определиться по нескольким вопросам. Первое. Мы являемся сторонниками книг «Звенящие кедры России» или «Родовых поместий». Понимаете, в чем разница? Книги – это информация, где это все изложено. А мы сторонники, мы и являемся кого носители «Родовых поместий» идеи. Это немножечко, чтобы это не одно и другое. По отчету Федерального координационного совета есть какие-то вопросы? Нет. Ну, пожалуйста. Вот вы сейчас говорили, это был отчет Федерального координационного совета, да? Ну, это был отчет Федерального координационного совета о работе, его работе и работе в целом по регионам России, что было сделано. Почему-то в рамках этого отчета вы произнесли такую фразу, что родовые поместья и книги «Звенящие кедры России» — это не одно и то же. Почему в рамках этого отчета вы произнесли эту фразу? Как она относится к отчету? Я вот не согласен с этой фразой. Я считаю, что не надо разделять. Смотрите, я отчет свой озвучил, после отчета я уже дополнительно добавил, что есть несколько вопросов, которых нам нужно, что я отчитался в том числе, что мы провели групп и с какой целью, и в том числе, что были рассмотрены разные вопросы. Вот то, что я поднял вопросы, что есть сторонники, мы сторонники книг или сторонники родовых поместий, идеи которых изложены в книгах. Нас просто по-разному начинают воспринимать. Понимаете? Разные немножечко. Но это не отчет, это касаемо тех вопросов, которые смотрятся на круге. А я читался, говоря про круг, пожалуйста.